Всем привет! Привет, ребят! Вы на канале Багира Фэмили. И сегодня у нас празднуется День города. Вот, приехали мы в парк. Вот, были, кстати, на набережной, но там сегодня ничего, наверное, не будет из-за погоды. Вот, такой что-то моросит дождик, и поэтому мы приехали в парк. Сейчас попробуем покататься тут на всяких каруселях, да, быть? Да. Вот, посмотреть, какие будут вкусняшки. Сегодня городу 67 лет. Вот, год основания 1954, кто не знал. Раньше он назывался Кремгэс, а сейчас Светловодск. Вот, еще его называют город энергетиков или зеленый город. Сегодня идут гуляния везде, вот, на площади, на спуске бульварном. В парке должно было быть на набережной, но там ничего пока мест нету, наверное, из-за погоды, ребят. Вот. Ну, а мы приехали в парк, начнем отсюда вам, потом, наверное, поедем на спуск. Там, кстати, сегодня включили фонтан, работает очень красиво. Главное, чтобы погода нам не испортила, и мы обязательно запустим дрон и снимем все сверху. Да, и покупать в фонтане. Так что, ребят, не переключайтесь, будет интересно. Погнали! С нами! Да, тут, кстати, уже можно и что-то перекусить. Прикольно. Как в молодости, да? Да, пригнали в парк и давай сейчас. Были, да? Да, шашлычок пахнет. Пироженка, обалдеть. Корзинка, да? Что ты любишь? Я? Хот-дог. Хот-дог, да. Это уже позже. А раньше это все сладость. Вот Юнга, помнишь ты? Катался, да? Вот смотри, какой автомобиль. В домашних условиях, да, изготовлен. А он не заботится? Ну, конечно, на нем приехали сюда, ты что? Так, идем сейчас на Юнге кататься. Машинки уже не особо интересны. Сколько катается всегда, вот первый раз идет такой взгляд. Да, ребят, тут проходит сейчас выставка или конкурс собак. Понаряжали их. Сейчас попробуем тоже заснять. О, якщо з нами, день міста, будуть святкувати і наші домашні улюбленці. Так, ребят, посмотрели выставку собак. Главное, чтобы они там не покусали друг друга. Ага. Сейчас погнали дальше кататься. Может быть, на машинках, может, на чертовом колесе. Я не буду. Я уже катался. Ну, сейчас посмотрим. Так, ребят, дождь идет. Что-то я сомневаюсь, что мы запустим сегодня дрон. Вот, сейчас взяли билет. Бодя не хочет на машинках, да? Какие машины? Ну, вон те. Горки у ног. Вон те. Вот те? Да. Нет. Не решился.
Ну что, Бодь, как ты? Нормально, сейчас по траве. Езу нормально. Нормально, говорю, главное никого не сбить. Главное, меня надо сбить. Ты видела, как она коленями прыгает наверх? Что это такое? Ничего себе. Круто. Вот теперь снимай. А что почем? 40. А, все поэтому. Так что нам просто клубничный там с апельсином, наверное, лучше. О, с апельсином вообще будет хорошо. Да. Дома такого не получается. Понятно. Главный ингредиент, Бодь, это лед. Крутая штука. Держи, значит, пить можно, как... когда перестанет дыметь. Как понял? У Гарри Поттера. Понял? Что надо сказать? Спасибо. Спасибо, любви, здоровья. Пошли. О, да, точняк. Бодь, картошку будешь? Да. Будешь картошку пить? Да. Сейчас что-то, короче, возьмем. Будет тоже интересно послать. Как все аппетитно. Что, что мы взяли? Вроде клубничная мохито, картошка фри и шаурма. Сейчас будем пробовать. Так, ребят, мы немного перекусили. И сейчас дальше пойдем кататься, да, на батуты, на чертовое колесо. Там поснимаем. Вот, поели только шаурму, ну такая, ничего. В общем, погнали. Собираться. Тебе вообще? Хотелось и на большей. Побольше? Ну тут вообще приколее, да, в парке? Ага. Хотелось, ну такая маленькая. Но сначала я боялся, потом по стенке, а потом я уже посередине. Да. Ага, уже красный, как помидор. Короче, сначала подписчики он боялся, а потом поборол свой страх, ага, и начал спускаться с горки. Ага, круто. Так, ребят, ну а мы сейчас тут погуляли и будем ехать до спуска у нас на бульваре. Вот. И там попробуем тоже поснимать, там идет празднование. И там включили фонтан. Вот. Погода, кстати, распогодилась. Да, вроде дождя нету. И можно запустить дрон и попробовать заснять. Да. Я буду...
это была шутка. Купаться я там не буду. Не будешь купаться? Будем сегодняшний день это... ВДВ. Ну да. В фонтанах купаться не будем. Да. Или последний звонок, да? Это точно. В двух случаях купаются в фонтанах. Фух, едем на спуск. Едем на спуск. Так что, ребят, не переключайтесь. Погнали на спуск. Угу. Ребят, вот мы уже и на спуске. Фонтан работает, погодка наладилась, можно запускать дрона, да? Ну, кстати, тут уже празднование, наверное, закончилось, уже никого нету, даже горку сдули. Вот. Да покупаюсь. Ну, а дети уже купаются, да. Так, пошли. Погуляли мы в парке, приехали на спуск, тут уже, конечно, ничего не было, но зато засняли фонтан. Очень красиво. Вот, первый раз вижу, ну, сейчас включили, вот, из дрона. Так что прикольно, я думаю, вышло. Кому понравилось, обязательно пишите свои комментарии, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Это также напоминаю, что мы будем ездить по разным городам и селам, продолжать снимать вот, для вас видео. Планируем поехать в Нагорное, в Николь, Золотарю. Если вы хотите, чтобы мы куда-то поехали, пишите в комментариях, и мы туда обязательно съедем. Так, Бот, тебе понравилось? Да. И мне понравилось. Так что, кому понравилось, ставьте лайк, а мы погнали. Пока-пока. Пока-пока. Классно, да?